Чарговая профілактычная акцыя за бяспеку разам стартавала ў Беларусі. Супрацоўнікі МНС у рамках сустрэч з працоўнымі калектывамі і школьнікамі распавядаюць аб правілах паводзін у побыце. У гэты раз ратавальнікі наведалі пасад, дзе пагутарылі з супрацоўнікамі на тэму пажарнай бяспекі. Цель не научить, а цель предупредить. Цель просто напомнить о тех мерах элементарных пожарной безопасности, которые должны соблюдаться. Значит, в обществе, в жилых домах граждан, для того, чтобы исключить возникновение пожаров, ну и, конечно, самое трагичное, это, конечно же, гибель людей в результате этих пожаров. Правилы, якія, здавалася б, знаёмыя кожнаму, на справе выконваюць не ўсе. А таму профілактычныя гутаркі – гэта выдатная магчымасць паказаць на важнасць такіх момантаў. Правільнае абсталяванне для пячнога ацяплення, недапушчэнне дзіцячага свавольства з гаручым ці пажаранебяспечнымі рэчамі, нумары экстранных службаў, карэктнае выкарыстанне вогнетушыцеляў – тое, на што ў рамках размовы была ўдзелена асаблівая ўвага. Неосторожное обращение, конечно же, связано с тем, что наши граждане курят, курят, курят и курят в постели. К сожалению, это имеет место быть. Ну и, конечно же, 80% погибших где-то примерно – это люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Мы все об этом понимаем, все знаем, но надо, хотелось бы напомнить о том, что эти люди живут рядом с нами. И проживая рядом с нами, конечно же, опять же, мы должны понимать, что этим людям надо где-то подсказать, где-то помочь, где-то не проходить мимо. Почему? Потому что беда, которая может прийти в этот дом, там, где проживает вот этот вот человек, злоупотребляющий, конечно же, она затронет не только его, но она затронет и его близких, родных, соседей и так далее, и так далее.